первый брод по очереди друг за другом. Следующий. Нормально. Волну пустили. Всю рыбу задавили. Ну вот он, отчаянный брод номер один. Надо его преодолеть. О, попер. Первый попер. Отлично прошел. Так, следующий. Так, давай. Вот, правильно, ближе туда. Отлично. Замечательно. Нормально прошли. Ток иди. Там глубоко уже, вот здесь надо ехать. Вот здесь, вот здесь. Там глубоко слишком. Вот так сюда вниз чуть-чуть бери и вот сюда выезжай. Ага. О, отлично. Вообще отлично прошел. Базара нет. Вообще, вот это мне... Еще в шурпу ты бы сейчас сварил, я бы вообще в образ. Леха будет рыбой заниматься. Да. Можно по травам. Они пьют, я что делаю, блядь. Чего? Постоянно нахуй. Ну, судя по тому, как ты дорогу протапнула, я тебе верю. Когда на Хариуса пойдет, встал так. Я сдал твою лифту нахуй, показал на карте. А он не знает, где там. Да ниже просоки нас. Какой ниже просоки? Ну, где куда мы заезжали, куда ты? Да, вниз. Все, идите вниз. Идите вниз. И не вздумай говорить, блядь. Этот потом поедет еврей, нахуй, сам там всех вывезет. Выделится сетки. Виталь, половиночку наливай, ты так точно туда на рыбалку не пойдет. Ну-ка покажи. Смотри, что делает. Всех половиночек. Смотри, что делает.
Я просто нагрелась, расширилась. У меня еще шурпа. Вдруг рыбы не поймаем, да? На всякий случай. Шурпа. Что за мясо? Скажи мне, что за мясо? Оленина. Оленина? Офигеть, на рыбалку приехали. Оленину поесть. Оленина, солен. Так, это ингредиенты для шурпы, да? Шурум. Шурум. Шурумчик будет. Шурумчик. Шурпа — это жидкая субстанция. А, это будет более густая, да? Это будет более густая. Тарелочки. Так, закидываем помидоры, да? Помидорчики. Ага. Ну так, после мяса помидорчики. Ты куда собрался? Я никуда не собрался. Я отрежу одну колено. А нахуй достал удочку? Мы сейчас зарыбачить, что ли, приехали? У нас мясо вон там тушится. Зачем нам рыбалка нужна? Перчику. Офигеть. Ну мы точно на рыбалку, видите, речка. Оленина. Оленина. Ольгинская. Горячий. Мясо от души прямо ложил. О, красота! Да? Ну ты наливай тогда подошвы. Так есть. Кстати, у меня там ложка была большая. Я больше не буду, меньше тоже, да, или нет? А? Полегайте. Вот видишь, там и там. Ну туда, да, да. Только картошку поел, почистил, прям кожуру съел. Бывает. Там должно быть 4 картошки пизда. Остальные все с кожурой почистили. Остальные вот такими перегноем, глазками, да? Она все переварилась? Ну, будет ножом, я сеткой почистил. Она молодая. Она очень молодая, не понимает, что она чистится еще. Погодник, дайте. Ну, вот такой у нас сегодня лагерек, прямо на берегу речки. Вот. Пока жара, сварили шурпы. Вот, сейчас немножко отдохнем, перекусим и поедем. Ну, как поедем? Кто-то пойдет, кто-то может вниз поедет, порыбачим. Половим уже на спиннинг, да, на швабру. О, вот она первая. Вот она первая есть. Короче, она в больших перекатах стоит, похоже. Такая не крупненькая. О, есть, да? Ну, она такая здесь под вечерок клюет почему-то. Ага. Покажи. На что поймал, покажи. Ух ты. Такая прям, да, хорошенькая. Покажи ее. Ну да, такая прям кобылочка. Ну, поймал. Все, что ли, наклевалось на силиконовую икру? Угу, наверное, все. Угу. Вот она. О, на силикончик взялась. Ну, не крупная такая. Мелочь. Такую мы точно отпускаем. Все. Нам главное результат. Пока бывает. А что ты хотел? Работай на камеру, более активно. Давай, давай. Пробивай. Ну там должна быть. Где же еще быть ей? Есть. О, вот она. Вот она сидит, да? Сидит где-то ниже переката причем. Что за фигня? Такая пиздруха прям знатная. Хорошая. А удочка гнется аж. Красавица. Вот здесь должна быть, да? А вот здесь, ну-ка, а здесь есть, нет? Блин, солнце такое, что поплавка не видно вообще. Вообще не вижу поплавок. Вон, она за поплавком плещется, как сум... Вот она, вот она, вот она. Вот что ей мешало раньше клюнуть, да? Ну, такая, не средненькая прям. Вот, небольшенькая. Хорошее место, чуть не упали. Вейдерсы опять лень было одевать. Вот, ой, на швабрику. Ну, сначала поели, выпили, сейчас пошли на рыбалку. Ну, как-то неправильно немножко. Обычно все наоборот.
Фух, сегодня вот она сразу поймалась на зеленую шваберку. Ну, такая мелкая. Так, давай, клюй. Давай, давай, давай. Не выпендривайся. Ты же хочешь? Хочешь, клюй. Давай, давай, давай. Ну, ну, вот здесь. Вот она. Ай, не крупная. Ну, ладно. Зато она там есть. О, покаж, покаж, покаж. Что поймал? Мелкая? Ну, поймал. А я здесь ни хера не поймал в этом перекате. Только там, вдалеке. Вот она, вот она. Ух, какая хорошая сидела. А? В самом течении прям. Такая неплохенькая. А сюда забросить. Ближе к течению. Ну-ка, что здесь? Вот она. О, вот она стояла здесь. Засранка такая. А? В течении стояла. Может, она здесь стояла, но взялась только вот такая мелкая. С метр. И забрасываем вот сюда, прямо на течение. Есть, значит, она клюнет. Нет, значит, вот она. О, мелкая. Прям в течении стояла мелочь такая вот. Никуда ее надо отпускать. Ну-ка, аккуратно. Давай, плыви, родная. О, молодец. Где же твои подружки крупняшки, а? Что-нибудь покрупнее тебя есть здесь? Ну, такая же опять, по-моему. Ну, чуть-чуть покрупнее, может. Чуть-чуть буквально. А, так это еще и форелька маленькая. Мелкая форелька, да. Форелька здесь стояла. Давай, родная, плыви. Вот за эту пойманную рыбу, чтобы давай, завтра давай, было еще. Порежу, много довольно. Конечно, добрый. Что ты помнишь? Рыбку хотя бы рыбку там открыли. Рыбу не приемлем. Сейчас и уховали. Иди как сумму. Давай. Запускайте за начало рыбалки. Положено. Одна за одной. Ну, вот в такое время мы уходили с речи. Уже поплавка не видно, Тут не пиздел только, да? Только иди. Ты там главное уху. Делайте вакуум. Лёха, ты обещал шедевр. Шедевр будет. Мы вместе собрались сейчас и песню нашу пропоем о том, как дорог этот час, закат и этот водоем. Когда кончаются поклевки зарей вечерней до утра, палатки ставим для ночевки вокруг рыбацкого костра. Нас много с севера, нас много с юга, мы все рыбацкая семья. Удача, добрая подруга, когда со мной мои друзья. На город. Давайте И собачки поотрываю на палатке нахуй, чтоб не наебал, блядь!
просто говорит, что надо. Мы же лошадками не подсидели. Есть. Там еще и патронов есть, еще и пуля есть, а у нас она... За рыбою ходил я в гастроном, пока не познакомился с бывалым рыбаком. Он каждую неделю на рыбалку выезжал и под стакан частенько напевал. Поплавок и червячок, чок-чок-чок-чок, маринованный сморчок, чок-чок-чок-чок. Отдыхай и не жалей, лей-лей-лей-лей, станет веселей. Доставай большой сачок, чок-чок-чок-чок, под кукан срезай сучок, чок-чок-чок-чок. Наливать не забывай и подсекай рыбку на крючок. Мы скоро подружились и с тех пор свободным днем стал ездить на рыбалку я с бывалым рыбаком. И глядя, как лаская поплавки течет вода, налив вина, мы чокались всегда. Поплавок и червячок, чок-чок-чок-чок, маринованный сморчок, чок-чок-чок-чок. Отдыхай и не жалей, лей-лей-лей-лей, станет веселей. Доставай большой сачок, чок-чок-чок-чок, под кукан срезай сучок, чок-чок-чок-чок. Наливать не забывай и подсекай рыбку на крючок. Фух. Короче, разбудили меня пацаны в 5 утра, как я просил. Хотя я так пошутил, как бы, но разбудили. Вот, вышли мы на рыбалочку. Они пошли на швабры, а я пройдусь на спиннинг. Не может взяться больше. Вот здесь, да, здесь должна быть пеструха. Ух ты, какая лошадь, это ни хрена себе. Вот это кобылка, да? Покажи мне ее на камеру. Вот это лошадочка. О, еще одна такая же. Ну, это чуть побольше вроде как. Чуть-чуть покрупнее уже. Прям розовый цвет заходит у нее сегодня. Может, швабру надо розовую поставить? Виталь, на розовую, может, швабру? О-о-о, смотри, розовая вообще рулит сегодня прям. Нет, еще бы, если не в таких местах. В каких-то местах должна быть. О, села. Я видел, как она гналась за ней. Мелкая, правда. Вот, хорошее место подошел я сейчас. Я сейчас здесь ее обловлю. Место прям такое боевое. Должна быть пеструха здесь. Неплохая. Пока нету ни хрена. Ладно. Чуть повыше зайдем, попробуем. Весна уже вся побитая. Конечно, тоже уже. И неизвестно, как она на нее реагирует уже. Остались как кусочки от плесны розовой. Вот она. Ох, какая, а! О! О-хо-хо! Кто-то хороший, кто-то сел. Смотри. Кто-то хороший сел. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. А, это леночек. Это леночек сел. Ох, какой кабанчик, а. Вот это ленечек. Под кустом прям. Вот такого кабанчика поймал, но мы его отпустим. Он нам пусть живет, растет. Побольше потом клюнет. О, все, ушел. О, вот,
блиночек уже есть, неплохой трофейчик отпущенный. Сейчас здесь прокидаем, посмотрим, может здесь что есть еще. Ну-ка. А, пеструха есть, да, здесь. Ну, такая вот долбит только так, сразу, с первого заброса. Тихо. Вот мелочь сразу хватает, без разбора, а что покрупнее, она еще что-то думает, там, брать, не брать. О, вот это хорошее. Ты прям на камеру работаешь, смотрю. На камеру? Вот, чуть покрупнее уже пеструшка. Ну, такая вот. На остатки розовой блесны. То, что осталось от нее, он работает. Вот такая пеструха здесь не хуевская. Более-менее ловчая. Интересно ловить такую же. Тихо. На ультралайтик-то. Поменял блесенка. Вот такую поставил. С пятнышками розовенькими. Сейчас посмотрим. Хороший перекат такой здесь. Видно, что рыба есть. Ну-ка. О, сразу поменял блесну и сразу поклевка. На первом забросике. По-моему, за бочину я поймал. Да, за хребет куда-то поймал. О, хорошая, как кто-то сел. Пеструха, что ли? Да, пеструха такая вот села. О-о-о, кабанечка. Возле самого выхода с переката вот такая вот. Чудище. Хорошая. На вот такую розовенькую пятнышки. Тоже неплохая такая, возле ножек, возле ног почти взялась. Хорошее местечко. Ух ты, тихо, аккуратно поплывешь. О, каждый заброс поклевочка, это хорошо так рыбачить. Ну, блесна какая разловилась, а. В том году вообще на нее ничего не... Ну вот еще один леночек попался уже перед самым лагерем. Тоже отпустим этого красавчика. Он так чуть-чуть кровился, но аккуратно сел. О, еще один леночек такой неплохонький. Поводил у меня он, побился. Молодец, плыви, друг. Губу немножко порвал, ну ничего. Я думаю, отойдет он. Красавец. Вот он стоит. Да, дружок? Давай, отходи.